Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня на нашем канале обзор туи колоновидной западной колумны. Возраст 3 года. Ну, ее даже видно, что она колоновидная. Вот прекрасно смотрится, прекрасно идет. Это трехлетний саженец. Все равно его надо будет дорастить. И тогда все будет хорошо. Вы сможете заказать его на нашем сайте. Ссылка в описании на сайт. Также можете бить в Яндекс или в Google «Хвойный дворик». Там выходит наша организация. Перейти на сайт и также заказать. Туя колоновидная, еще раз, западная колумна. Это же, конечно, лучше, чем двухлетка. Она намного крепче. Стволы у ней намного крепче. Ну, по размерам вот это вот идет примерно 15 сантиметров. Где-то выше, ну, где-то чуть ниже, но в основном отсылаются те по 15, которые сантиметров. Ну, если можно видеть, тут и 25 сантиметров и 15 сантиметров, но в основном мы отсылаем такую бодренькую, более-менее всю одинаковую. Ссылка будет в описании, все будет в описании. Давайте тут рассмотрим поближе их. Вот. Можно видеть. Вырастает. Растет она очень быстро. Расти еще опять же месяц. К весне она будет вообще очень хорошая. Туя колоновидная колумна. Там в грядке вы могли видеть, она растет. Здесь, ну давайте возьмем средний сеянец. Во-первых, смотрим по, вот, меряется от первого корня, получается 20 сантиметров, 20 с лишним сантиметров. Вот туя колоновидная, вот корешки ее, корневая, то есть можно видеть, как она, потом этот каждый корешок должен пойти. И четырехлетка она, конечно, даже набирает. По сравнению с двухлеткой прошлого года, когда она была маленькая, она совершенно другая. И ей еще месяц расти, поверьте, к весне она будет еще бурная и хорошая. Ну, кстати, кто говорит о том, что с открытым корнем нельзя там посылать, сажать, не знаю, что делать. Нельзя. Открытый корень дать ему подсохнуть. Поэтому мы, прежде чем что-то делаем, мы всегда мокрой землей корни присыпаем, поэтому она довольно живучая. Но упаковываем мы, сейчас я сниму, как мы это делаем. Ну вот туя, это она обычно идет у нас поскольку по 30 штук в пучке. На нашем сайте вы в описании можете ссылку на это, в карточку товара зайти, посмотреть. Туя хорошая, колоновидная она будет однозначно. Она видно, что колоновидная. То, что она редкая сейчас, это ничего страшного. Потом она набивается очень хорошо. И через год вы ее не узнаете. Заказы все принимаются только через наш сайт. Вот здесь мы собираем. Сейчас покажу вам, как. Здесь вот 33. 33. Ну да, мы вдобавок ложим, ну, там вдобавок чуть-чуть. Малышей там ложим.
Поэтому вот пучочек получился вот такой. Понимаю. Корневая, ну это общая, конечно, корневая, там кажется много. Ну, корни хорошие у трехлетки, где-то тут, она самая то идет на изгородь. Но всего, сейчас для начала вам нужно будет всего лишь взять и дорастить ее. Главное, чтобы у вас заработала корневая система. Вот сначала идет у нас гидрогель. Вот гидрогель. У нас роликов много по поводу, как мы упаковываем. Ну и еще раз решил я снять и показать именно на туи. Гидрогель. Земля мокрая. Земля мокрая тоже. Там она идет с опадом. Ну это главное, чтобы она дошла до вас в нормальном состоянии. Потом в пакет ее упаковываем. Корневая. Довольно-таки хорошо себя чувствует, пока идет до вас. То есть проходило 12 дней до того, как... Ну и затем мы берем и упаковываем, стретчем пищевой пленкой, чтобы плотно уже было, чтобы она лежала в посылке и не разваливалась. Очень прекрасно все доходит, но жалоб не было, по крайней мере. Это туя колоновидная колумна. Еще раз говорю, ком мягкий. Вот можно видеть, что очень мягкий ком. Вот два кома. Здесь 65 штук вместе всего, да. 65 штук. Ну вот так как-то это все происходит. Так, сейчас будем упаковывать эту. Желательно в грядку рассаживать. И доращивать еще год хотя бы. Потом она наберет, потом вы можете на постоянное место роста садить уже, и она пойдет. Сейчас желательно накрыть ее, конечно же, когда начнутся морозы, сразу не накрывайте, поливайте до морозов. И как только весной морозы сойдут, опять же поливайте. И тогда все у вас будет нормально. Ну, а вот такие они становятся через лет 7. То есть 3 года там плюс 7 лет, где-то лет 10. Ну это лет 8. Это лет 8, даже меньше, скорее всего. Она уже двухметровая. Но видно, что она колоновидная, не разлябистая, ее никто не стриг. Довольно-таки хорошо растет. Вот также у нас туя колоновидная колонна, но ей уже 23, по-моему, года. Вот она в районе 6 метров. Но смотрится довольно хорошо. Ну вот постриженная туя. Потом две вот там сзади стоят колонны, которые я не трогал вообще. С которых я собираю семена. Вот это нетронутая тоже туйка, но она намного младше той, которая стриженная. Та стриженная почти ровесница вот этих высоких 6-метровых. Ствол у ней тоже большой.
На этом все. С вами был Евгений Филимонов. И вы были на канале питомника Хвойный дворик. Всего доброго, удачи вам!